На улице Радищева будет больше мира. Граффити во всю стену появится на стене одного из домов, которая в эти дни превращается в настоящий арт-объект. Над ней трудится художник. И с размахом. В планах рисунок высотой в 5 этажей. Вот так Рязань становится с каждым днем все краше и краше. На этот раз подарок ко дню города готовят уличные художники. Сейчас уже ясно, что будет изображена девушка с расправленными крыльями. Она несет мир и добро. Это уже 4-я такая масштабная работа уличного художника Александра Демина. Изображена молодая энергичная девушка с улыбкой на лице, которая символизирует мир и целеустремленность. Панамка, очки и солнцезащитный крем – его основные помощники сегодня. Солнце в эти дни, как никогда, за это лето жаркое, а цвета выбирает художник наоборот – холодное и спокойное. Основной цвет белый, так как он символ мира, чистоты, ну и дополнительные цвета яркие, такие как голубой будут присутствовать, бирюзовые оттенки. Забирается высоко художник с помощью автовышки. Поаккуратнее надо, не трясти надо как-то. Ну, стараемся, чтобы это, чтобы получше было все-таки культура. Художник признается, приходится спускаться и подниматься до 30 раз за один рабочий день. В рисунке важна каждая деталь. Просто когда около стены, ты не совсем можешь контролировать весь процесс. Вот. Только издалека видно некоторые детали и вещи. Стрит-арт-объект написан в поддержку 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. На огромном граффити будет также изображена оливковая ветвь, а крылья девушки – это крылья голубя. Все это символизирует мир.